Всем привет, мы продолжаем проходить The Last of Us. Это шестая часть, и да, прошло около месяца с последней части. Ну, я глубоко извиняюсь, после Нового года мне было что-то влом делать. После отдыха соседи начали сверлить, и, в общем, только сейчас как появилась какая-то минутка что-то сделать. И я решил, что это будет Last of Us. И, боже мой, как я соскучился по этой игре. Почему ты не вернул меня к Марлин? Она обратилась к нам, потому что сама бы не справилась. Может, ей уже лучше? Ха. Не хочу тебя расстраивать, но шансы выжить у твоих друзей с самого начала были невелики. Она сильнее, чем ты думаешь. Без разницы. Сомневаюсь, что смогу доставить тебя обратно в город живой. Так что пути назад нет, хотя меня это совсем не радует. Глубоко извиняюсь, одну секунду. Извиняюсь, мне надо было просто сделать игру немножко потише, она была очень громкой. Это вообще ужас. Ну, тут вещи. Кстати, наконец-то появилась информация по поводу... Что, нет мяски? Давайте молоту сделаем. Появилась наконец-то информация про DLC к Last of Us. Это будет... Я не помню, если честно, как он называется. Да, я точно не помню, как он называется. Это... Это, в общем, будет про Джо... Не про Джоэла, а про Элли. Это будет про то, что происходило с Элли до того, как она встретила Джоэла. Ну, по крайней мере, так было написано в описании. Я так понял, что там нам расскажут о том, как ее укусили, как они поняли, что... Как она поняла то, что она... у нее иммунитет есть. И, наверное, как она упала к Марлин, хотя я не знаю. Выйдет он в начале февраля, да, вроде? Там пришли. Ну, как обычно, закрыты, или? Естественно, там цепочка висела. Как всегда. Где пристрелить это? Перелезем? Нет, наверху колючка. Придется искать обход. Очевидность. Ого, смотри. Что смотреть, куда смотреть? Цикады. В смысле, настоящие. Да, вижу. Прости, я что-то забылась. Да, это классно, это да. Улучшенное. Просто убери из рук все. Короче. Труба это на самом деле очень хорошая вещь, как и где. А, она и так у меня в инвентаре, понятно. Это достаточно очень хорошая вещь, то есть как бы там урон очень большой будет, хорошо. Так, отлично. Сейчас мы сюда заберемся. Даже не помню, на чем мы остановились. А, тут, да, точно. То есть в прошлой части убили Тесс. Мы сбежали, так-то да? Это лучше. Я все помню. Это городок или это... Да, это городок маленький такой. Это ты, Билл? Где вы встречались? А? Когда как? Я знаю, что он тут живет, но... Да, я здесь не бывал. Думаешь, он там? Будем надеяться. Что ж, тогда пошли, узнаем. Так, а тут нету зомбарей или щелкунов? Понятно. Где-то. Вот он. Еще я его убью. Что такое? Черт. Вот он стоит, урод. Стой тут. Ладно. Отлично. А почему именно щелкун, а? Почему не какой-нибудь там зомбик обычный? Которого там, который, если заметит, можно будет его там убить еще 125 раз. Так, у меня что? А у меня еще там взять нож. Там еще кто-то есть, что ли? Да, вон еще щелкун стоит.
Это точно щелкун? Да, это я понял, щелкун. Ща. Да, щелкун. Твою мать! Отлично. Я бутылку ручка, конечно. Она громче. Так, и можно сюда зайти. Я хочу зайти сюда. Открой дверь. Сюда. Так, тут мы вышли на балкон. Сюда мне не надо. Так, и люди. Люди. Что? Детали. Пилюльки. Ну, если бы пилюльку еще можно. Максимальное здоровье. Давайте прокачаем максимальное здоровье. Потому что максимальное здоровье нам будет нужно. Погоди. Боже мой, тут столько нужных вещей. Да, вот только стоило мне это сказать, сразу вещи исчезли. Пистолет, патроны. Мне как раз вроде. Да-да-да, у меня до хрена там. Не, ну лучше револьвер. Стреляет медленней. Урон. О, что это, штучка какая-то. Записка о таблетках. Не забыть, собрать больше таблеток, попытаться раздобыть патроны до следующей встречи с Тесс. Всего 3 недели. Окей, не знаю, зачем после 3 был восклицательный знак, но окей. То есть Билл был тут. А Билл, я так понимаю, местный. То есть он в этом городе выживает. Так, окей. Еще куна убили. Я тоже не пройду. Чтоб тебя. Твою мать. Извиняюсь, у меня вылетела моя карта захвата. Я не знаю почему, но. Ладно, неважно. Так, так, короче, на балкон надо все-таки, да? Я так понимаю. Да, откуда мы. А, вот сюда вниз, наверное. Да-да-да. Я могу сюда зайти? Понятно, ножом. Ой, тут добра. Вот так. Класс. Офигеть, тут добра, конечно. И патроны, и то, и все. И что я сделать могу? Дальше ножи понаделаем, потому что они нужны. И вот он. Еще молоко, да, наверное? А, нет, нет. Не хватает. Кстати, тут мы открыли. Так, хорошо. Перезарядим это. Хорошо. Мы тоже не пройдем. А, черт. Закрыто с другой стороны. Подсади меня. Ну, неправда. Не, плохая идея. Че, ну, плохая а как идея? Иначе? Я-то тебя подсадить не могу. Подсади ты ее, там же можно пролезть, давай. Как тебя посадить-то? Ну. А, вот, все. Вот так вот, вот встать, ладно. Туда посмотреть, туда увидеть тут маленькие треугольнички. Вставай. Только открой, и все. Ладно. Тише. Ага. Попробуем. Ну вот. Та-дам! Молодец. Так, тут спасибо. У нас труба, она мне нужна. Ой, ребят, если каждый дом может зайти. Твой приятель даст нам машину. А потом. Я хочу все это бутать. Потом мы поедем к Томми. Это который твой брат? Гораздо важнее, что он был с цикадами. Знает, где их искать. А, ясно. Только он далеко, поэтому нам нужна машина. Посмотри! Гномы! Да, гномы. У меня была с ними целая книжка. В детстве я их просто обожала. А феечек нет, они стрёмные. Ну ладно.
Или ты странная девочка? Ты точно девочка? Блин, я хочу все тут осмотреть. То есть, прикиньте, если бы все вот это вот открывалось. Это же вообще, это Дейзер просто из этого делай. Дверь открыта, я хочу туда. Я хочу все подробно смотреть. Так, сначала дом. Я хочу все засмотреть. Офигеть просто. А там еще нельзя что взять, нет? А ты что, играла? Нет. Но одна подружка мне про эту игру рассказывала. Там вроде была героиня по имени Angel Knives и... Ну, короче, типа она сначала била ногой в живот, а потом отрывала башку. Видимо, вот это. Никогда не любил такие игры. А я бы попробовала. Я же говорю, странная девочка. Блин, кайф, тут чуть-чуть валяется, вот детальки. Мне кажется, сейчас, если я к верстоку подойду, то я просто там себе такую понаделаю. Так, а что, я донесу, что ли? Обидно. Блин, это же... Всё, я... Второй раз уже убеждаюсь, что это игра года. Вот, смотри, там какая-то... Это колокольня, видимо. Может, там церковь какая-то. Принудительная эвакуация. А куда? Куда-нибудь. А ты как думаешь? В карантинную зону? Кое-кого предупредили об эпидемии, пока было не поздно. Большинство нет. Жуть. Трудно, наверное. Так все бросить и ехать. Бывает похуже. Ну, надо комбинацию найти. Я хочу найти комбинацию и открыть сейф. Может, лежит, подобрать можно. Ух ты, ну и местечко. Места нет. Что могу? Еще молотого. Я ловлю молотого. У меня скоро молотого будет больше патронов. Так, это взять, это подобрать, все себе. Записка о периметре. Эти чертовы зараженные подобрались почти к самой церкви. Похоже, придется еще раз проверить все слабые места периметра. Они тут оборонялись? Что? Это самое тупое место для обороны, которое только можно было придумать. То есть периметр это у них как бы... Так, какая зона была? Даже как-то грустно. В смысле? Ну, здесь только музыки. И никто ее не слушает. Это как-то неправильно. Боже мой, я столько вещей могу сделать, капец. Тихо там. Вы не слышали, там что-то такое прошелестело очень быстро. Классно, туда мы точно не пойдем. Я бы комбинацию нашел бы сейчас. Явно дело рук Билла. Кто еще живет в городе? По-моему, он один. В общем, ладно, не буду я парить вам мозги. Сразу пойдем мы дальше. Видимо, тут обойти. Смотрите, я растяжку вижу. Классно. Ой! Ой! Ах ты! Этого я точно не ожидал. Обалдеть! Это еще что за фигня? Это... Называется растяжка по щелку. Билл ловушек наставил. Твой друг параноик, да?
Мягко говоря. Нафига он нам сдался? Он помогал нам заниматься контрабандой. Знает, где что достать. Осталось не взорваться на пути к нему. Вот. Просто да. Смотри, куда идешь. Ну вот, легко говорить, то есть он как бы поставил вот так. Блин, это внезапно было. Короче. Порядок. Слушай, научишь меня таким штукам? Боже мой, сколько лута просто. Офигеть, конечно. Миллиарды просто вот всего. Ну-ка. 5 нож еще. Ну понятно, как бы, да. Что прокачать? Лечение, что? Я бы еще вот это прокачал, максимальное здоровье прям до максимума. Стрелы? Еще растяжка. Не, боюсь. А за хера мне стрелы, если у меня нет лука? Ну ладно, возьми. Билл стреляет из лука? Наверняка. А зачем, интересно, нам... Да, Элли, пусти. Интересно, зачем мы придумали вот этот путь? Видишь растяжку? Смотри, не задень. Пригнись как следует. Зачем мне сюда? Давайте, расскажи мне историю. А, понятно. Я все понял. Тоже проползаем. Стоп, или ты проползал, я надеюсь? Ну, сторонних. No trespassers. Так я не понял, мне лук дадут или что? Хера мне стрелы. Еще. А, вот лук. Смотри-ка. Это мне пишут, если что. Отдай его мне. Я неплохо стреляю. Нет. Давай стрелять буду все-таки я. Я могла бы защищаться. Я прикрывать. Стану... И не мечтай. Старым детком Лары Крофт. Не, я хочу выяснить, что там еще. Лук будет моим, потому что я хочу быть старым детком Лары Крофт. Вот. Типа, я могу идти проп... А, все, понятно. Или давай. Я думаю, что мне понадобится доска. Да, пожалуй, сработает. Да, конечно, не знаю, правильно ли я делаю. А вдруг так и надо делать? Ставьте себе. Все чисто, залезай. Ну да, тут мы не перелезем по-другому. Доска тут была сломана. Так, ну-ка поставь ее. Стоп, ни одного пока... А, нет, не показалось. Опять. Давайте испытаем лук, что ли. Тут не один? Или один, один. Давайте лук испытаем. Попробуем эту штуковину. Сейчас, в голову, чтобы было. Именно. Чувак, стой, пожалуйста, на месте. Пожалуйста, я тебя прошу. Вот. Сейчас успокойся. Попал. О, черт! Ну... Теперь слушай. Предупреждаю заранее, Билл не самый адекватный человек. Поэтому, когда мы его найдем, говорить буду я. Поняла? Да. Это сейчас было такое. Поняла. Это очень важно, он не любит чужаков. Билл нормальный мужик... Просто ему нужно время, чтобы к тебе привыкнуть. Вот и все. Я надеюсь, он... А, ну, конечно, не знает.
То есть, ты хочешь сказать, что мы идем к какому-то психу, который расставил по всему городу ловушки, а при этом он нервозный, при этом он не видит чужаков, а если он узнает, что она еще и укушена, то что он с нами сделает-то? Что-то я сомневаюсь, что он нам сделает тортик и позовет сесть за стол. В точности. О, еще шняшки. Ребят. Да. Зомби. Вылезайте. Твою мать. Ты туда собираешься? Может, конечно. Найду что полезное. Вот это правда. Найдешь мой труп, когда я помру от инфаркта. Не волнуйся. Все под контролем. Так, это что за Outlast какой-то начинается? Не страшно. Никого не показывает. Понимай! Так, или это ты? Где? Очень вовремя, кстати. Вот, знаешь, прям... Вот... Тайминг прям... Или пусти меня! А? Капец, господи! Я чуть в штаны не наложила! Ну, раз уж мы здесь... Давай осмотримся. Для Рэйчел. Записки для Рэйчел. Рэйчел. Солдаты обходят дома и загоняют всех в автобусы. Кричат уже в соседнем доме. Скоро придут за мной. Я бы пытался звонить, пытался ждать. Я не знаю, что делать, но времени уже нет. Я собрал почти все наши вещи. Буду ждать тебя в карантинной зоне. Постарайся меня найти. До скорой встречи. Эзра. Думаешь, они нашлись? Ну, вот это вот Эзра. А я откуда знаю? Я надеюсь, что да. Я думаю, что это было из-за. Слишком много лута. Что там еще для этого осталось? Блин, еще много. Да еще 95 пилюлек найти. Ну, твою мать, вот надо было им такой момент создать. То есть вроде как-то страшно, то есть внезапно, но как-то не особо. Все, валим отсюда. Все, да. Ясно. Поддерживаю. Да где Билл? Мы тут обошли уже весь город с его ловушками, и чё? Там ничего нету. Блин, видишь? Ясно, понятно. Эль, иди сюда. Отойди в сторонку. Угу. Твою мать. Да твою мать. Ни хрена себе. Офигенные штуки. Ну, как вариант. Ну, как вариант обороны от зомби, да. Как вариант от того, что мы только что могли умереть. Ясно. Так, видишь? Назад. А, то есть вот это вот перешагнуть не судьба, понятно. Отлично. Идем. Держись рядом. Так, стоп, тут ничего не было такого крутого. Да нет, вроде вон пошли. Патроны. Слишком много патронов. Элизана. О! Так, я сейчас. Да, тебя бил. Очень клево. Что очень... случилось? Еще одна гребаная ловушка. А знаете, как громко это сейчас было? Вон холодильник. Это противовес. Сейчас. Там срежь его, если получится. О, капец. А знаете, как громко было у меня сейчас? Кажется, тебе что... надо перерезать веревку! Да не ори ты!
О, классно, я об этом и думал. Джон? Мать. А вот и они. Нет, чего, я не умею целиться. Еще живой? Нет. Нет, нет, нет. Нет. Элли. Слеги. Вот это вообще копа. О, ты заряжайся быстрее. Ты заряжайся. Нет, нет. Да. Они сейчас явятся. Сейчас. Боже мой, они не могут слышать. Я просто попал. Я сейчас упаду, я сейчас упаду. Ты чего? Да. Продолжай. Зараза! Или давай быстрей. Давай! Нет! Нет, Эли! Эли! Да блин! Чё потом потом стреляет? Нет, Эли! Эли, они рядом! Ой, нет, только не ты. Ой, или пока, короче. Все, я не спасу. Нет. Или жить. Или. Нет. Зарядочка отлично. Ой, я упал. Иди! 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 Давай, чего расчел? Сюда! Куда? Быстрее! Тебя! Да где этот ключ? Сел, давай! Ой! Ай-яй-яй! И поперли через дверь! Воу! Винтовый! Али, постой! Гели! Твою мать, они приближаются! Ну давай. Эли, не снимай. Ой. Блин. Что это было? Пронесло. Вы наш герой-спаситель. Я Элли. Эй, вы что? Джоэл! Билл! Ты спятил? Билл! Пусти! Быстро, на колени! Билл, успокойся. Я сказал! Ладно! Встать на колени! Я не шучу. Я... Да остыньте. Укусы есть? Нет. Что-нибудь растет? Все нормально. Отвали! Сиди и не дергайся. Стой! Ах ты, паскуда! Доволен? Я доволен. Вы заявились ко мне, разрядили все ловушки, чуть не сломали правую руку. Нахрена ты притащил эту соплячку? Не твое собачье дело, а ты кое-чем обязан Джоэлу. Может, снимешь с меня эту хрень? Я обязан Джоэлу. Это что, шутка? Перейдем к делу. Нужна тачка. Да, точно, шутка. Тачка им нужна. Да... Даже если б и была у меня тачка, с чего бы мне ее отдавать? А? Валяй, Джоэл, найди и возьми.
И последнюю жратву тоже прихвати. Ну тут от тебя точно не убудет. Послушай, засранка. Да пошел ты, старый хрен. Элли, сейчас же закрой рот. Ясно? Пусть я тебе и обязан, но не настолько же. Настолько, Билл, настолько. Все равно машины на ходу нет. Но в городе должна быть. Части, там только запчасти. Значит, из них можно собрать тачку. Ладно, я возьмусь за это. Но мне нужны детали. Так. Они в городе, вот здесь. Вы находите их, а я постараюсь собрать вам тачку. Только после мы в расчете. По рукам. Все равно мы со дня на день сдохнем. Так, за мной. В городе до хрена ловушек. Так что не отставать. Вот радость-то. Прекрати. Так, берите все, что может пригодиться в пути. Советую запастись по полной. Так, все, с меня на сегодня хватит. В общем, спасибо всем, кто посмотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Всем пока.